Быстрее, выше, сильнее – главный девиз спортсменов. А ребята, которые собрались сегодня на этой площадке, уверены, нужна еще и хорошая команда. Без нее ничего не получится. Команда у нас дружная. Сплоченная. Хорошо. Мы очень хорошо подготовились. Да. Работают с подростками не только тренеры, но и социальные педагоги. По их мнению, спорт помогает детям пересмотреть свои взгляды на жизнь. Спорт вот воспитывает в них такие качества, как воля к победе, укрепление здоровья и, наверное, осознание смысла жизни, исправление своих ошибок и работа над собой. Сделать школьников более дружными, помочь им избежать соблазнов улицы – одна из важнейших задач, которую решает сейчас городская администрация. И спорт играет здесь, пожалуй, главную роль. Сегодня здесь у нас присутствуют дети со всех районов города Сочи, которые будут сегодня показывать свои достижения. Это не спортсмены, это обычные дети, которые, к сожалению, где-то когда-то оступились. И сегодня мы всех их пытаемся поставить на правильный путь, показать им, что спорт гораздо лучше, чем те вещи, которыми они занимались. Поддержать школьников приехали сегодня и крепкие мужчины. Сочинский отряд ОМОН устроил для них показательные выступления. Хотели даже пригнать БТР, но потом решили, что впечатление зрителям будет и без того достаточно. Подобные соревнования – лишь часть комплекса мероприятий, которые проводятся в городе для профилактики безнадзорности. Уже скоро у каждого трудного подростка появятся шефы-наставники. Их задача – воспитывать подопечных личным примером и, разумеется, приобщать к спорту. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.